Всем привет! Сегодня мы будем отправлять посылку нашему победителю в конкурсе. Значит, теперь мы будем снимать видеоотчет о посылке, потому что случились некие проблемы с прошлой нашей посылкой. Она пришла не полная, она пришла не в той коробке, точнее в той, но в одной. Посылка была упакована в две коробки, а пришла только одна. Вот. Сейчас я буду показывать, как мы ее укомплектовываем, а уже потом отправим. Значит, вот коробка. В коробке у нас лежат визитки. Сейчас я буду ложить сюда наши сережки. Я специально закрываю цену, потому что неэтично. Я ее сейчас даже оторву. То есть, вот это та ситуация, почему мы, в принципе, сережки снимали с вот этой вот черной картонки. Почему мы сережки отправляем без вот этой упаковки, а уже в своей, чтобы не было видно ценников. Так как сзади у нас тоже информация с ценой, я снимаю сережки и ложу их в коробочку. Вот, пожалуйста, в нашей коробочке теперь сережки и визитки. Дабы сережки не погнулись, не поломались, мы их упаковываем вот так вот в бумажку. Уже в бумажку и комплектовываем коробку. Ну и, соответственно, закрываем коробку. Да, бумажка немножко развернулась, немножко мало бумажки взяла. Но я думаю, мне ничего не случится, потому что коробка водная. Даже если на нее что-то сверху поставят, она не прогнется. Она плотная. Вот та самая черная картонка, про которую мы говорили в переписке с нашим победителем, который остался недоволен нашей работой. Ну, как оказалось, это... Работа плохая по Курпочте. Вот это мы выбрасываем. Это нам не нужно. Сейчас на почте я попрошу вот это все упаковать в конверт. Потому что мы всегда нашим победителям, кроме дополнительных визиток, еще и ложим вот такие календарики. Три штучки. Чтобы, так как календарики в коробочке будут маленькие, не помещаются, мы положим их в отдельную. По посылке мы это все положили в коробочку, внутрь календарики с визитками и внутрь еще более маленькую коробочку для украшений. Сейчас у нас коробочки большой уже нету, поэтому мы это все упакуем в конверт. Я думаю, это все. На этом можно заканчивать наш отчет о упаковке нашего подарка. Будет фотоотчет с конвертом, где будет написан адрес нашего получателя. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь в нашу группу. Становитесь нашими клиентами. Всем спасибо. Всем до свидания.